Так, приветствую поклонников, не поклонников Макса Фадеева. На обзоре у меня вот две виниловые пластиночки, ножницы Фадеева и Триумф. Оба лимитированные издания. Триумф у меня уже вскрытый, давненько вскрыл, в принципе, обзоров не делал. И ножницы еще запечатаны. Вот хочу вам показать, сейчас будем распечатывать ножницы сначала. Дальше у нас уже идет Триумф. Так, альбом «Ножницы» у нас вышел в 97 году. Выходил он у нас только, получается, в 97 году в основном. Выходил на CD в России, только в России. Не было там около что-то 5 или 6 изданий, получается. И в 2016 году, вот единожды он вышел в лимитированном издании у нас. Получается, сколько копий, 300 копий лимит всего лишь. Вышел он у нас, получается, на серый или белый, как прозрачный винил такой, светло-белый, знаете. Transparent, как пишут они, transparent. Ну, сейчас будем открывать, я вам покажу. Это первая сторона. Получается, вот так выглядят ножницы. Дальше. Вот так вот у нас. Кто у нас тут выпустил, получается, Carolina Records 97 года. Альбом. То, что это винил, я не вижу, чтобы было написано, что... А, есть. Вот. Издательство Monolith в 2016 году. И Фадеев у нас. Триумф. Триумф. Сейчас мы к нему дойдем, короче. В 2019 году. В 2001 вышел Триумф и на виниле в 2019. Сейчас к нему дойдем. Так, она у нас запечатана полностью. Сейчас скрою, покажу. Так, открыл, как всегда, строительным ножиком аккуратненько. Как уже раньше я говорил, как настоящие американцы раньше вскрывали винил. В других я говорил группах. Раньше были джинс 60-е, 70-е, там было очень модно. И брали вот так вот, просто терли. Оно, пленка стиралась, потом брали там, где дырочка, просто, и она расходилась, открывалась. Это так, для истории, кто не знал. Вот я ее открыл, смотрим. Внутри я ничего не вижу, кроме этого пластинки пока. Сейчас ее достанем, посмотрим. С конверта. Достал саму пластиночку, смотрим, что там внутри. А внутри фиг вам называется, чтобы какая-то вставочка хотя бы с текстами или что-то. Издание такое очень-очень как бы простенькое, бюджетное, скажем так. По минимуму, видно, выпускали затратами. Ну, радует, по крайней мере, хотя бы пакетик, ну, есть для статики внутри у нас. Ну, и вот такой у нас винил. Сейчас достану, было неудобно одной рукой. Вот такой вот, вот винильчик интересный. Пятачок, да? Пишут, что у нас тут Макс Фадеев ножницы, сторона такая-то. ООО «Carolina Records» по лицензии ООО издательства «Monolith» 2016, Фадеев 97, все права защищены. Так, понятно. Смотрим матрицы. Блин, плохо. Извините, вечером снимаю обзор, потому что заказ на запись с винила пришлось вскрывать раньше. Извините, то я с той стороны пальцем дотронулся. Так, вижу здесь вот с краю. С краю здесь вы не видно, буду говорить. Буковка А, то есть сторона А получается. Дальше тире
L, английская, use C. С этой стороны английскими MPO. Дальше какая-то закорючка типа S, но не S, то ли девятка, непонятно. Вот там вот, не знаю почему не видно, так вот. И здесь вот. Так, ладно, с другой стороны сейчас посмотрим. Так, вторая сторона, пятак точно такой же. Сейчас я высматриваю, что у нас тут по матрице по кругу. Здесь МПО опять та же типа S, здесь с краю. И здесь у нас LC так же само. Здесь у нас 3, то ли 3T, сейчас переверну, не пойму. Не пойму, вот тут вот сверху. Блин, не пойму, почему камера не отображает. Непонятно, короче. И дальше. LOSB задом Z какое-то. Ребята, не знаю, вообще не пойму, что это за иероглифы. LOSB какой-то. ТЗ, хрен его знает, извините за английский. Короче, вот так вот выглядит пластиночка. Больше ничего в комплекте нету. Лимит всего 300 копий. Ну, с виду ровненькая, на вес легенькая. 200 грамм нету. Наверное, 160 где-то, наверное, скорее всего. Вон, виднеется вам чуть-чуть, да? О, вот эти вот фигня, это матрицы типа циферки. Я попробую положить. Ладно, ну то не особо по сути. Так, переходим к Триумфу. Сейчас я это приберу. Так, Триумф. Триумф у нас получается был выдан в 2001 году. Выходил он у нас под 2001 году на CD в России, потом на кассете в Украине в 2001 году, потом на кассете в 2001 году еще две кассеты выходило в России, потом еще выходило 3-4 издания на CD-дисках. Три издания, и одно издание в 2001 году в Германии, оказывается, выходило. Выходило, получается. Есть у нас такое. Так, вот вам покажу. Я просматриваю, чтобы вы понимали. Вот у нас Триумф, да, Макс Фадеев, саундтрек их фильма Триумф. Тра-та-та, Фадеев, все то-то, ля-ля-ля. Есть у нас, видно, издание. CD в России выходило, кассетка. В Украине разок выходила. В Германии CD выходил в 2001 году. И CD в это. И вот в 2019 году вышел на виниле. Так же самое, прозрачный красный винил, видите, цена сейчас, цена вон 33 что-то евро пишут, тоже лимит 300 копий всего, продажи, вот смотрим, продажи, $34 по сути был продан, сейчас доступен у нас в России, 30 евро, тут не в доллар уже вриется, 30 евро, Россия, везде в России 30-35 евро. Это уже цена идет ниже, это в Украину с доставкой, как мне показано, видите, типа, это еще с пересылкой уже, потому что определяет у меня я в Украине. Вот такой вот у нас винил, получается то же самое, как бы ничего особенного. А, это, кстати, еще и мои фото с Дискокса. На дискоксе я закидывал был. Так, сейчас я вам покажу, как она выглядит. Получается, песенки, композиции
видим, да, тоже у нас идея переиздания реализации ZBS Records. Ну, не буду читать, вы все видите, кому что надо. Достану, сейчас покажу. Здесь идет уже конвертик, видите, внутренний не белый, как там, а делюксовый уже черный идет. Внутри дуля, как и там. Больше ничего. Сейчас достану, покажу. Так, такой вот у нас красненький. Пятачок такой у нас поинтереснее. Вот уже Макс Фадеев Триумф, наверное, взял номерок. Там виднеется вон, матрицы. Видно, что, наверное, не это. Так, вот здесь тоже у нас ZBS. ZBS там идет 050A. Здесь у нас дальше, вот это вот ниже, идет у нас МПО со значком РК вверху в кружочке 19-103-896. Дальше идет вот здесь вот. Вот виднеется. О, так вот видно, да? Какая-то королячка, не пойму. И там SST, не, 33T, походу, да? Вот у нас ZBS 050A. Здесь вот, видите, МПО, R-ка в кружочке, ну и номер. Сейчас в другую сторону. Эта сторона тоже такой пятачок интересный. Такой же самый, в принципе. И та же фигня. Вот. КР, походу, да? Я думаю, карлючка, походу. ССТ. Дальше погнали. Опять ЗБС 050. Б сторона. Опять МПО 19-103-897. Ну и все. Короче, ребята, вот так вот. Что интересно. Так что показал, чтобы понимали, видели. Ну, слушал я красный, тот я еще не слушал. Триумф слушал. Записан неплохо. Интересно. Ну, поклонникам коллекцию, считаю, иметь нужно. Еще будет обзор на Линды. У меня есть еще 3 винила Линды. 2 их не запечатаны. Лицензионные есть кассеты, в принципе. Могу тоже, наверное, может, покажу совместно с винилами, если кому интересно. Как бы я Фадеева, вот эти ножницы люблю, мне нравится его творчество. То есть каждое творчество достойно уважения. Не только тяжелый там дез я слушаю. И Фадеева тоже. Под настроение. Так что. Всем мира, добра, ребята. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Пока.